меня давно не было покоя. Этот город очень изменился. Появилось так много домов, некоторую улицу просто не узнать. За этим столом собрались люди творческой профессии, художники, скульпторы, музыканты. Я рада, что вы пришли сюда, и мне очень приятно вас видеть. Спасибо. Здесь мои старые друзья, и пришли друзья моих друзей. Рада буду с вами познакомиться. Спасибо. Спасибо. Дарвин Валибеков, наш старый знакомый, гость нашей передачи позапрошлого года. Художнику Валибекову природа интересна и в мелких деталях, и в цвете, и в форме. Этот интерес начался в детстве. Именно из первых воспоминаний появились насыщенные фиолетовые, розовые и желтые цвета, которыми так выделяются его картины. В семье Валибековых было 9 детей. Отец, заслуженный педагог, всем дал хорошее образование. Братья и сестры Валибековы сегодня живут в Дербенте и Махачкале, а Дарвин своим домом считает Баку. Очень гостеприимный город, многонациональный, очень много племен разных. А вот Джумшут Ибрагим Ли, скульптор. Я часто бывала у вас в мастерской, помните? Даже вы с Джахара, я помню, ваяли. Этих людей вы нам представите, Дарвин? Слева от вас сидит Шербет, очень известный азербайджанский музыкант. Он маэстро, кларнетист, очень известный всем, не только в Азербайджане, во всем Кавказе, во всем Кавказе. Рядом сидит Чингиз Ибрагимов, это брат Эльзы Ибрагимовой, самый любимый композитор нашего времени в Азербайджане. К сожалению, она недавно скончалась, но брат здесь рядом, он все ее шаги с детства до современных дней, до последних дней, все знает, все ее достижения, все ее музыкальные продвижения, все расскажет он сам. Следующий товарищ – это известный азербайджанский художник Алияр Алимирзоев. Очень изысканный, тонкий художник. Участник многих азербайджанских выставок за рубежом. Вот, пожалуйста, Алияр Алимирзоев. Навеял на меня много воспоминаний. Я тут жила 2000 по 2003 год, и было очень много знакомых. Некоторые уже уехали, даже большая часть чеченцев отсюда, на запад.
Ну, хорошо, остались вы, Дарвин, Джамшут, и появились новые. Спасибо. А что вы скажете о том, как изменился город Баку для вас, для каждого из вас? Мы вас рады встретить на этой гостеприимной, солнечной земле Азербайджана, в столице города Баку. Город Баку, как вам сказать, он здесь, все в нем монолитно связано. Здесь эклектика всех стилей. Здесь любой жанр, любой стиль, все здесь присутствует. То, что должно присутствовать. Слияние Запада, слияние Востока, слияние Азии. Все буквально сосредоточено. Этот столица города Баку дала величайшие имена всемирного масштаба, начиная с Низамия Физули, Лев Ландау, Мастислав Растапович, Карабуль Фазович Караев, Узер Гаджибеков. Алла ханым, вы знаете, Баку, как все мы знаем, очень многонациональный город. Вообще Азербайджан, столица Азербайджана, Баку многонациональная. Тут проживают и грузины, и дагестанцы. 25 этносов, да, как я понимаю, 25 этносов. И все живут в согласии, в дружбе, между собой дружат. Никаких национальных у нас нету ограничений, кто этот там грузин, этот там дагестанец, аварец, лезгин, там не имеет значения никакого. Это благодаря нашему президенту. А что скажете вы, дорогой Джамшут? Могу сказать, что все приезжающие в Баку гости, все влюбляются в город наш. Действительно, оно хорошеет, строится новые здание. Баку действительно считается красивым городом всего мира. И к этому все творческие архитекторы стараются сделать свою лепту. Развивается город, красивеет, и все мы рады этому, и принимают гостей. Слышат от них таких приятных слов. Ну, конечно, да. Ваши архитекторы задумали глобальные проекты, они их осуществляют.
Да, этот проект разработан был мною в честь к 90-летию независимости Азербайджана. Вот я хотел передать свое отношение. Независимость Азербайджана – это очень гордо, громко, звучно звучит. Это потому, что под, откровенно говоря, советской игой много пережили, наконец добивались свободу, независимости. И в честь этого, начиная с 18 года, когда был установлен впервые на востоке Демократическая Республика Азербайджан, ведь в основе всех свобод, борьбы за справедливость, за свободу, за мир, за всего, обычно всеобщее стремление борьбы, войны против завоевателя, против врагов. Здесь в Азербайджане много народностей, и все вкладывали свою лепту в эту борьбу за независимость. А тут выиграла только дружба. Я нашел божественного начала. Это божественные природные свойства магнитов. Они сами себя притягиваются друг к другу, север к югу. Учитывая все исторические события, исторические философские значения этого слова, вот и придумал это божественное притяжение двух магнитов. Это якобы от любви, от всего природного, божественного притяжения друг к другу, север к югу. Лер, вам слово. А я могу сказать? Эльяр, по-нашему переводе можно сказать Эльяр, Элин Севимиси. Ну, это народ. Любимец Эль-Народ. Народа. Люблю, я сказал, да, любимый. Пытаемся оправдать это высокое звание. Ну, это город, в котором прошла, проходит моя жизнь. Ну, это же почти полвека, даже точно полвека. Это город, который невозможно не любить. Он разный, у него есть свое лицо, у него есть свой запах. Он не похож ни один другой город, а их я повидал немало. Ну, мы стареем, он молодеет. Ну, в нем будут жить ваши дети и внуки. Надеюсь, и внуки тоже. И, надеюсь, эта цепочка не прекратится. А как этот город воздействует на ваше творчество? Что он вам дает? Ну, наверное, вдохновение, он творчество, то есть он заряжает, он воспитывает, он среда формирует. Когда я тут жила, мы называли этот город город огней, город друзей. Да, это действительно так. Можно я добавлю, конечно, пару слов насчет названия Баку? Значит, из древней книги 7 века, албанская книга, так называемая. Там именуется город Пакул. 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 Что значит в переводе с албанского языка? Божий очаг. Баку известен всегда был как место, где выходили из земли огни. Вот эта девичья башня знаменитая, она как раз построена на месте, где из земли выходил огонь, пламя. И этим воспользовались зарастрицы, построили как храм огнепоклонников. И там до сих пор сохранились форсунки, которые, как, где горел всегда огонь. Божий очаг, его настоящее научное название. Как вы думаете, возможен ли мир на нашем Кавказе? Обязательно должно быть. Можно я отвечу, если вы разрешите, конечно. Я как музыкант хочу сказать то, что вот я бываю в Дагестане, я бываю, там столько национальностей. Когда играешь музыку какой-то национальности, когда разговариваешь пару слов хотя бы на грузинском говоришь. Вот я вспомню один маленький такой, мы когда были на концерте в Грузии, это еще те годы были, 80-е годы. Ну, некоторые слова на грузинском, когда выговариваешь, такси едешь, таксист улыбается, таксист, даже один таксист у нас деньги не взял, говорит, что вы наши гости. То, что мы говорили, некоторые слова на грузинском, он знает, что мы не грузины, но мы гости приезжие.
Музыка – это такая вещь, что она сближает народы. Это говорит о дружбе, сближении всего Кавказа, народов. Не имеет значения, кто он по нации. Ему приятно, этому человеку, если ты на его языке два слова, три слова сказал. И также музыка, также творчество, также деятельность наших художников. Делать человека духовно возвышенным, делать его более развитым. А если человек духовно развитый, он значит понимает мир. Да. Без понятия о духовном трудно представить возвышенное чувство. А если он человек возвышенными чувствами, он значит служит человечеству, всему миру. В этом его главная цель. Поэтому художник настоящий всегда делает с помощью своего искусства жизнь более духовной. Мир на Кавказе это в настоящее время он должен, обязательно он должен быть. Вот я, к слову, хотел бы сказать, Эльза Ханум как раз на эту лирико-патриотическую тему написала оперу «Горящие колыбели». Как раз он посвящена Карабахской трагедии, то есть трагедии двух народов. В этой опере она состоит из 7 частей, из 3 актов, 7 частей там. Конец здесь, оно в мажоре заканчивается. То есть, в мажоре, то есть, все народы и народности, которые населяют наш Кавказ, Закавказье, они должны, обязаны жить в мире и дружбе. Я просто уверен в том, что мы придем к этому. Мы, может быть, чуть-чуть с опозданием, но все равно придем, и все на этой благодатной земле будет. Соседи все, которые, между которыми образовались какие-то шероховатости, распри, все это закончится в мажорном ладу, я больше чем уверен. Я тоже очень надеюсь. Кавказ называют колыбелью человечества. И будем надеяться, что эта колыбель никогда не будет гореть больше.